Эти кадры сняты в 20-е годы в Азербайджане. Семнадцатилетняя Изет Аруджева исполняла тогда главную роль в художественном фильме «Севиль». В нем рассказывалось о трудной доле азербайджанской женщины. Этот фильм стал не только событием киноискусства. Вслед за героиней картины сотни женщин после сеансов оставляли на скамейках чадру, символ рабства и бесправия. Прошло более 40 лет. Изет Аруджева, доктор химических наук, член-корреспондент Академии наук Азербайджана, директор Института неорганической и физической химии. В ее лаборатории изучаются продукты нефтехимии, масла, так необходимые современной индустрии. Советский Азербайджан ведет торговлю с десятками государств мира. Во многих странах зарегистрированы патенты и изобретения азербайджанских ученых. Изет Ханум чаще можно застать не в кабинете, а на промыслах и предприятиях. Судьба Изет Аруджевой — это судьба многих женщин Советского Востока.